Компания «Remers» совместно с компанией «Exclusive Food» продемонстрирует вам материал, аналогичный предыдущему, но уже лессирующий, то есть полупрозрачный материал, через которую видна структура древесины. Называется «Компакт-лазурь ПУ». Лазурь на водной основе, но и в своем составе имеет полиуретан. То есть полиуретан для чего добавляется в лакокраски? Для того, чтобы увеличить его жесткость. Многие лаки, они слишком мягкие. Они имеют место, имеют такое свойство, как царапаться. Чтобы такого не происходило, добавляется в лакокраску полиуретан. Тоже нужно учитывать, что полиуретана много нельзя добавлять в лакокраску. Так, полиуретан, он придает краске жесткости, но тем самым увеличивает ее хрупкость. В основном полиуретаном обрабатывают не деформирующиеся поверхности, то есть поверхности, которые не подвержены сдвиганию, там, изменению своих линейных размеров и так далее. Здесь же в данном материале, который называется «Компакт-лазурь ПУ», то есть ПУ-приписочка, это означает то, что в нем есть полиуретан, он способен нести определенные нагрузки, имеет определенную жесткость, определенную степень стирания, устойчивость к царапанию, устойчивость к каким-то химическим веществам и так далее. Но тем самым данный продукт экологически безопасен, имеет сертификат, как я уже сказал, «Голубого ангела», сертификат безопасности детских игрушек. Тем самым данным материалом можно обрабатывать как внутри, так и снаружи. Большое спасибо, что вы были с нами, с компанией «Exclusive Food» и материалами компании «Remers».